Туниса, и они привезли с собой рецепт алкогольного напитка, который делали из инжира. Знаете, как он назывался? Неправильно. Назывался он буха. На самом деле буха, да. И вот смотрите, сегодня буху купить невозможно в магазинах, арах только продают, но где-то в каких-то маленьких деревушках все-таки гонят они. Я сам не понимаю.